8 июля, это уже днем, у нас сейчас сегодня суббота, банный день, это наш Лагерстан бывший, я подъезжаю к братьям, к Никите и Володе, они тут делают столовую, мы сегодня хотим в обед, пообедать тут все вместе, на открытом воздухе, подъезжают они. Ну что, брат, получаться? Потихоньку идет работа. Да, слава богу. Ну, насыпался немного, я думаю, даже меньше места, чем там было. Так кажется. Тут еще, брат, можно один стол вместить, я смотрю. Где? А вот этот сместить сюда его. Это сместить. И это здесь посередине. Посередине еще один можно поставить. Только здесь его это, что-то подложить, чтобы он ровно был. Ну или подкопать. Типа ступеньки сделать. Вот так вот, слава богу. Я уже баню топлю. Уже начали мыться? Нет, нет, еще не начали. Она нагрется? Ну, конечно. Пока еще нагревается. Как тут? Сидеть можно было. Ну, подумать надо. Здесь вот. Лагерстан. А? Были Женя был с Ильей. А вот он на костре. Есть? Они там перевязали уже, нет? Вроде бы да, что-то делали. Сейчас посмотрим. Коровки наши гонят на обед уже. Вот дневное лезвище. Ветер сильно перебивает. Все звуки сейчас будет перебивать. Посмотрим, что они тут сделали уже. Им сказали жерди усилить проволокой, где-то гвозди подбить. О. Здесь перемотан. Это еще с того года, видимо. Вот у них там гвозди, молоток. Они проволоку несут. Там, видимо, Ерема Барабаш пасет сегодня коров. Он идет. Склонив вывес свою. Ну чего? Только сейчас приступите, да? Отдадите Игнатьевну. Кого это? Кого? Так отдашь сам, в кармашек себе положи. Мы уже пробили все. Возле столбушков скручивается. Алабай, да, с Серёмой. Вчера Бувай. Потому что это алабай.
А у Бори один раз не понравилась овечка, и он ее погрыз. Погрыз, да. Вот какой он нехороший. А разве алабай? Это алабай. Белый алабай. Я знаю, что у них другой пес. Овечку погрыз. Но не алабай. А рыжий он пес. Он тоже погрыз. Ты! Вот транспортера. Добрый день, Ерема. Разменяю у своего друга. Он любитель всякого, всякой железяки. Быстро как время летит. Вроде недавно молились тут. Уже 15 минут первого. А это цепь от чего? Такая большая. Овечка, и он погрыз.